Вот здесь, в тени деревьев, до недавнего времени проводили все свободное время маленькие и не очень маленькие жители домов улицы Юбилейной. А теперь, как говорится, почувствуйте разницу. Конечно, нам классно. Вышел из дома и площадка. Как раз вот смотрим, что и как. Они очень быстро построили. Прям практически, не знаю, прям вот на глазах. 4 дня, наверное, и вот она, честно говорю. Поэтому я очень жду. Прям мы ходим, смотрим. Нам нравится. Эта дворовая территория попала под программу модернизации детских игровых площадок. За 2 недели, согласно требованиям закона Московской области о благоустройстве, установили игровое оборудование, сделали безопасное мягкое покрытие из переработанных шин. Остались, что называется, последние штрихи. После этого сюда зайдут специалисты-озеленители уже МКУ леспархоза. И здесь будет сделан газон, восстановительное озеленение, посажены кусты и наведен окончательный порядок. На сегодняшний день полностью выполнены работы по благоустройству на 12 дворовых территориях. И еще 8 площадок на днях смогут принять жителей от мала до велика. В общей сложности на радость жителям и их детям обновятся 50 дворов. Дарья Ильинская, Константин Химичев. Информационная программа «День».